Третьеклассники, здравствуйте. Мы продолжаем исторические понятия в предметах третьего-четвертого класса. Ну, третьего класса. Понятия и термины. Термин 35-й портик или галерея на архитектурных колоннах. Ну, на колоннах зданий. Портик атлантический. Латинского в переводе «портикус» или «порта» – «проход, навес». В классической архитектуре портик – это выступающая часть здания. По-другому это крытая галерея, образованная колоннадой или аркадой, имеющей собственное перекрытие. По-другому еще называется антаблемент, увенчанный аттиком или треугольным фронтоном. Такая композиция, как портик, в отличие от пропилей, открыта с трех сторон наподобие лоджии. Но классическая лоджия обычно заглублена в стену, и она не является проходом, а портик же является проходом. В Древней Греции крытую галерею, то есть портик, называли стоей. То есть в Древней Греции портики возводили в качестве самостоятельных сооружений. Портики, как и стои, служили местом отдыха от палящих лучей солнца. А Древняя Греция, как и нынешняя Греция, как известно, это практически постоянное солнце, горячее, жгучие. В Риме портики пристраивали к храмам. В средние века крытые галереи окружали монастырские клуатры, но они, как и порталы соборов, не являются портиками по определению и конструкции. В истории классической архитектуры есть различия, то есть портик в антах, то есть вход, образованный не колоннами, а выступающими торцами боковых стен. Портик пилястровый, такой, где вместо колонн установлены пилястры. И портик плоский, вместо колонн размещены полуколонны или трехчетвертные колонны. В искусстве классицизма и неоклассицизма портики использовали для оформления входа в здание, подчеркивая центральный подчеркивание центрального или бокового ризалитов, либо в качестве самостоятельных построек с функциями парковых павильонов. Наиболее известные портики в городском ансамбле периода классицизма – это портик перинной линии в Санкт-Петербурге, архитектор Руска, 1802-1806. Вот построение этого портика. Спасибо за внимание. Следующий 36-й термин мы посвятим понятию саркофаг. До свидания.